В 1979 году, в возрасте 50 лет, Юс Олешковский решается на новый крутой поворот в своей судьбе – эмиграцию. Но до отъезда он принял участие в знаковом для русской литературы проекте – альманахе «Метрополь». Я мало в нем участвовал, я просто отдал свои песенки. Я никогда не участвовал там в бдениях редакции, мне это было до лампы. Я и любил этих дел. Единственное, в чем я принял участие, это вместе с Беллой Ахмадулиной. Мы поехали к моим знакомым организовывать поход всех иностранных журналистов в кафе «Аист», по-моему. А на следующий день это кафе и ряд других закрыли начисто до замки под лозунгом «Сантехнадзор».